Лейпциг с первых минут вышел на поле в следующем составе. Начнет Знкунку в центре полузащиты. И за голы отвечает сегодня Андре Силва вместе с Пульсом. Нам показывают состав команды гостей. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Лейпциг с первых минут вышел на поле в следующем составе. Начнет Знкунку в центре полузащиты. И за голы отвечает сегодня Андре Силва вместе с Пульсом. Нам показывают состав команды гостей. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Лейпциг с первых минут вышел на поле в следующем составе. Начнет Знкунку в центре полузащиты. И за голы отвечает сегодня Андре Силва вместе с Пульсом. Нам показывают состав команды гостей. Какой игры ждать при такой расстановке? Команда, я думаю, должна постоянно прессинговать и идти вперед. Первый тайм начался. Сегодня у хозяев ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их... мяч будет большую часть времени у домашней команды. Тактика и правда действенная, если им, конечно, хватит выносливости. Гостям сложно придется, и нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Первый тайм начался. Сегодня у хозяев ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их... мяч будет большую часть времени у домашней команды. Тактика и правда действенная, если им, конечно, хватит выносливости. Гостям сложно придется, и нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Первый тайм начался. Сегодня у хозяев ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их... мяч будет большую часть времени у домашней команды. Тактика и правда действенная, если им, конечно, хватит выносливости. Гостям сложно придется, и нужно быть готовым к тому, что без мяча придется...